Будни кладоискателя. А вам тоже нужно ехать на природу. Ребята, на самом деле очень жарко. Надо травку покосить кроликам. Так что косим. Я косить не умею. Говорю сразу. Не приучен. И не пробовал ни разу. Посшибаем. Всем девушкам привет. Вот такие вот поля одуванчиковые. Красиво. Хоть одуванчик сорняк, но это красиво.
Ну что, друзья, ушел в тенек. Очень жарко. Сейчас передохну и пойдем дальше косить. Соловьи поют. Слышите? Красота. И комаров рой. Ну, на самом деле, не все так плохо. Лето скоро на носу, пока идет весна. Еще сады отцветают. Во всяком случае, в Липецкой области. Уезжали с дачи, там еще даже яблони не цвели. Поэтому, думаю, к приезду уже и яблони отцветут. Вчера немножко покопали, сегодня некогда копать, надо работать. Так что вот такие пироги, друзья. Как вы видите, друзья, трава-то уже выше колена. Даже с металлоискателем ходить уже тяжело. Так что вот такие пироги. Вчера попробовал по такой полянке походить, очень тяжело уже. Так что только по полям, которые не засевные, можно ходить. Ну и по лесу. По лесу еще ништячок. А вы смотрите дальше, не переключайтесь. Todavía me invaden los sueños, donde todo es como antes. Los temores no tenían dueño, los cojones siempre por delante. Huyendo de su mundo, sin fiarnos del tiempo. Pues al fin y al cabo, solo nos quiere ver muertos. Y sin quererlo, me enseñaste todo por lo que vale.